Ребят, привет. Жду, когда подсоединятся все, кто хотел сегодня присутствовать. Ну, те, кто уже на линии, скажите, пожалуйста, слышно ли меня, видно, есть ли картинка, тормозит, не тормозит. Маша, привет. Медитация минут на 30. Не йога. Маша, слышишь? Да, медитация. Отвечаю. Если есть какие-то, да, пишите. Напишите, видно, слышно. Добрый вечер, Саша. Угу. Я там тему не писал. Все отлично. Добрый вечер. Хорошо. Сейчас еще минутку. Минутку. Подождем. Пока. То есть для того, чтобы нам попрактиковать, нужно будет найти место, где вас. Нас не будут беспокоить, ну, скажем, ваши, может быть, сожители какие-то. Ну, то есть, чтобы никто вас не беспокоил, ну, минут 30. Я вот сейчас посмотрю на часы, да, минут 30. И там я уже делал пост и видео, как сидеть. Вот мне удобно просто перекрестить ноги и сесть. Ну, я вот коврик йоговский подложил, несколько раз сложил. На стуле, на кресле. Сейчас мне важно, чтобы вам было удобно. Сделайте так, чтобы было... Оля, привет. Там кого-то, кого узнаю. Вот Ира. А сделайте так, чтобы было удобно вам. Чтобы вас не отвлекало тело. Чтобы не отвлекало какое-то неудобство. Тепло. Вот если есть пледик, у меня на готове пледик лежит. Мне в Индии подарили на день рождения. То есть я вот так укутываюсь себе, чтобы было уютненько, можно накинуться. Кресло, не лежать. Вот у меня просьба не лежать, чтобы тут под вечер не заснуть. Понятно, да, почему не лежать? Значит, что будет? Я тему не объявлял, но я сегодняшний вечер назвал «Маленькие радости». Вот, и мы к этому сейчас придем постепенно. Начнем с отстройки, потом сканирование. То есть я предположу, что присутствующие, напишите, пожалуйста, кто вообще первый раз и не знает, что такое, чего на этой медитации делают. И, ну, их же очень много всяких разных вариантов медитации. И может кто-то был на какой-то, есть динамическая медитация, есть вот эти буддийские все и так далее. Йогой мы, если кто занимается из вас, мы тоже, в общем-то, занимаемся медитацией в движении. Напишите мне, кто новенький совсем, если есть. Если нет, то начинаем. Садимся, сидим уже. Угу. И глаза сейчас не закрывайте, просто сейчас понаблюдайте, что происходит. Вот сейчас что происходит? Какие ощущения сейчас есть у вас в теле? На что обращает ваши, на что вы сейчас обращаете внимание? Кроме моего голоса, вот, периодически голос будет так выхватывать, хоп, туда будет, скажем, прикрепляться внимание к моему голосу, а вы его от голоса, то есть он как фоном, вам сейчас придется как бы разделить мой голос и свои ощущения. Фоном он идет и как бы направляет, я голосом направляю. Очень постараюсь меньше говорить, но для объяснения, ну, все равно необходимо говорить. Угу. И теперь почувствуйте,
Вот все тело целиком, как вот сейчас вы себя чувствуете. Сели удобно. Кто-то может быть в кресле, кто-то может быть на стуле, кто-то сидя на полу. Ну так, я смотрю, больше йогическая публика присутствует. Вот вижу, да, один новенький, один сказал. Но мы там уже общались какой-то, я помню. Для новеньких слушаем, что понятно, что понятно было, то и повторяем. Сейчас же спросить никак, то и делаем. Что было непонятно, потом мне надо будет написать, если что-то будет непонятно. И мы, ну, я это объясню, что было непонятно. Давайте. И сейчас, да, оглянитесь вокруг, посмотрите, где вы находитесь. Вот это пространство, оно, скорее всего, у вас ограничено какими-то стенами, окнами, дверь, пол, потолок. Какие-то предметы вас окружают. Просто посмотрите, может быть, какой-то... Вот у меня, я увидел, две книжки лежат на диване, и я понял, что они уже лежат 3 дня там. Я их сейчас только что заметил. То есть какие-то зрения, вот, внимание вывели и понаблюдали. Просто наблюдаем, пускаем через глаза информацию. Вот. И когда мы чуть-чуть насытились этим, теперь можно позволить глазам закрыться. Закрываем глазки. И посмотрите сейчас, что изменилось. Мы убрали такой мощный канал, через который много информации идет. А теперь, что с вашим вниманием? Куда оно направилось? Мысли, ощущения в теле, звук. Ну, понятно, мой голос. Отцепились от голоса. Дайте ему возможность просто погулять по телу, по вот этим каналам сенсорным. Хорошо. А теперь выводим внимание на слух. Просто послушайте мир вокруг, все звуки. Слушайте, может быть, какие-то очень далекие звуки, вот этот объем. Осознайте, насколько глубоко и далеко можно слышать. Внимательно. Вот. Звуки появляются, длятся, потом они исчезают. Какие-то звуки периодически всплывают с какой-то периодичностью. И вот за этими звуками есть еще тишина. Побудьте вот с этими звуками и тишиной между ними или за ними. Хорошо. И теперь переведите внимание на дыхание. И давайте как будто бы так принюхиваясь к воздуху, начнем так, с таким интересом вдыхать воздух. Через ноздри, так принюхиваясь. И просто обратите внимание теперь на процесс, который мы называем дыхание. Как тело дышит? Что при этом двигается или не двигается? И вот это дыхание, этот ритм нашей жизни, этот один из ритмов, это дыхание, он всегда есть, он всегда с нами, с самого первого вдоха. Просто обратите на него внимание, как он наполняет нас жизненными силами,
Хорошо. И теперь обратите внимание на опору тела. Вот если позы сейчас у всех могут быть разные, но мы на что-то опираемся и можем почувствовать вес тела. Вот что у вас сейчас является опорой? Почувствуйте, как эти места надавливают на ту поверхность, на которой вы сидите. И как ощущается низ тела вот под действием гравитации. И сделайте эту опору мягкой, такой приятной, таким фундаментом. И как бы все больше и больше доверяя на той поверхности, на которой вы сидите, начните туда вот углубляться, растекаться по ней. Хорошо, а теперь внимание переведите на противоположную часть вашего тела, на голову. И представьте, может быть, свою макушку. И к этой макушке привязана ниточка, такая тоненькая ниточка. Пусть она будет разноцветной, такой плетеной ниточкой. И кто-то начинает мягко вас подтягивать вверх. И вот это вот незначительное движение, может быть, головы вверх, понаблюдайте, как оно повлияло на ощущения в шее, в плечах, на дыхание. И давайте теперь со вдохом внимание наше будем уводить в голову, в макушку, вот за эту ниточку, как бы подтягивая голову вверх. А с выдохом вес чувствовать тело и опускать все напряжения, все лишние напряжения через точки опоры вниз. И чувствовать тяжелый такой фундамент. И между двумя этими точками, верхом и низом, легкий верх, тяжелый низ, у нас есть позвоночник, это ось. И кто сидит с прямой спиной, можно немножечко покачаться вперед, назад. А наблюдайте, как меняется мышечный тонус спереди, сзади. И найдите наиболее комфортное положение, центрированное. Ось, позвоночник, голова легкая, таз, ноги, низ, может быть, живота и спины тяжелый. Хорошо. И теперь давайте улыбнемся. Просто обратим внимание, что у нас есть рот, губы. И пусть это такая незначительная будет улыбка, но почувствуйте, как что-то меняется, когда мы начинаем улыбаться. И поиграйте с улыбкой. То чуть-чуть растягивая рот, губы, то отпуская их, растягивая. И почувствуйте, как влияет появление такой легкой, приятной улыбки на ощущения в голове, в грудной клетке, в животе. Вот почувствуйте ее вкус, как в этой улыбке. Заметьте вот эти изменения, которые происходят, если мы начинаем улыбаться. И вот это ощущение нам сейчас потребуется. Попробуйте его ощутить, вот как эта улыбка.
И даже если это не ощущается, просто можно визуализировать эту улыбку. Улыбку на своем лице. Хорошо. И сейчас мы будем улыбку помещать в разные части тела. Таким образом, позволяя им расслабиться, просто улыбнуться разными частями тела. Почувствуйте разницу. И теперь поместите улыбку в район глаз. У нас две улыбки получаются. Улыбнитесь глазами. Хорошо. Потом переместитесь в горло, область горла. Ощущение улыбки. Хорошо. Грудную клетку. Сделайте приятный в этой улыбке вдох. Приятный выдох. И поместите улыбку в живот. Там где-то в центре живота. Внутренние органы. Дайте им тоже почувствовать эту улыбку. И поместите улыбку в таз. Центр таза. И потом промежность. Улыбнитесь. Там есть чем улыбнуться. Промежность. Это может быть забавно. Хорошо. И теперь перемещаемся в область макушки. И потом двигаемся в затылок. Перемещаем улыбку в шею. Плечи, локти. И теперь улыбнитесь ладонями. Две улыбки на ладошках. И потом верх спины, середина спины. И область поясницы. Потом улыбнитесь ягодицами. Там получится не вдоль, а поперек улыбаться. Бедра. И теперь подошвы стоп тоже улыбаются. Почувствуйте их. Хорошо. Обратите внимание сейчас на все тело целиком. Почувствуйте, что вам нравится в этом или, может, не нравится. Приятно, неприятно или все равно. Теперь в теле, возможно, есть какие-то болевые ощущения. Вот если они есть, или неудобства какие-то, ну не очень комфортно где-то. Попробуйте поместить в это место эту улыбку, теплую, приятную. Легкую. И дайте этому месту улыбнуться, расслабиться.
может быть, боль уйдет. Хорошо. И теперь пусть отпустите эту улыбку, пусть она по телу, как вот луч внимания, такой улыбающийся, начнет двигаться. Вот как, чем вам за, с чем дальше захочется улыбнуться. Может быть, это будут кончики пальцев, колени, уши, язык. Можно пофантазировать. Хорошо. Еще раз обращаем внимание на дыхание. Делайте глубокий вдох. И такой мягкий, вытянутый, длинный выдох, приятный. И вот таким образом подышите и понаблюдайте, насколько приятно дышать. Найдите приятное ощущение от своего дыхания, которое с вами вот с первого вздоха, с самого первого, и с последним вздохом и выдохом. То есть оно до последнего выдоха, до последнего мгновения будет с нами. И вот сейчас, как это ощущается, как вы чувствуете вот именно сейчас ваше дыхание? Часть внимания отдайте на наблюдение за ощущением в теле. Вот какие ощущения у вас по телу начинают появляться, длиться, исчезать. И каждую секунду это все меняется. Насколько приятно вам сейчас в теле. Давайте сейчас обратим внимание на мышцы. Мышцы в теле. И дайте возможность телу вот этот тонус мышц и еще больше убрать. Еще расслабиться больше. И почувствовать весь мышечный корсет. Почувствуйте, насколько приятно чувствовать свои мышцы, свое тело. Хорошо. Теперь опять дыхание. Может быть, приятнее вдохнуть, вдох приятнее производить. Или у кого-то выдох более приятный, отпуская все напряжения. Кому-то, может быть, весь процесс дыхания. Вы понаблюдайте, насколько приятно дышать. Хорошо, и теперь нам потребуются воспоминания наши, воспоминания. Попробуйте вспомнить вот то, что придет первое, что-нибудь, какой-то момент в жизни, очень, который принес вам радость. Он может быть незначительным, это может быть просто чашка чая или чья-то улыбка или слово. Это может быть значимое событие жизни, которое принесло много радости.
Просто попробуйте удержать во внимании, в памяти, вытащить из этого из памяти и этот образ удерживать перед собой. И понаблюдайте, как поменялись ощущения. Есть ли взаимосвязь вот, с воспоминанием радостного момента? Может, он с кем-то связан, с каким-то человеком или животным, или местом, где вы были. Просто почувствуйте, как реагирует тело на такое воспоминание. Хорошо, и теперь нам потребуется вспомнить ну, какого-то человека, который вам приятен. Может быть, одно воспоминание о нем вам доставляет радость. Или, может быть, что-то он сделал для вас. Или сейчас делает. Это может быть совсем незнакомый человек. Продавец, может, в магазине или таксист, который подвозил и улыбнулся. Или родственник, муж, жена, дети, друзья. Представьте, что он смотрит на вас, а вы смотрите на него или на нее. И теперь вспомните про свою улыбку, которая у нас есть. И вот улыбаясь всем телом, скажите этому человеку спасибо. Я благодарю тебя. Спасибо тебе. Почувствуйте, как меняются ощущения в теле, когда вы делитесь со своим родным человеком или человеком просто вам приятным, улыбкой, благодарностью. Насколько это приятно? Может быть, это сложно. Возможно, трудно. Иногда сказать спасибо. Но сейчас этот человек перед вами. Просто поблагодарите. Спасибо. Теперь следующий человек, которого вот посадите рядом с собой и посмотрите на него. Это вы сами. Посмотрите на себя со стороны. Улыбнитесь. Всем телом улыбнитесь. Найдите любое, может быть, значимое, незначительное, значительное какое-то событие или действие свое, за которое вы себя прямо сейчас благодарите. Вспомните, что, например, сегодня вы сделали такого, что это принесло радость вам, вашему окружению,
вашему миру вокруг. Скажите спасибо тебе, что вы сегодня сделали. Может быть, это было несколько действий. Иногда взгляд или улыбка бывает более значимыми, чем какое-то длительное действие. Хорошо. Почувствуйте, как поменялось ощущение себя, тела. Теперь представьте свой остаток этого дня, вечер, ночь. Представьте себя улыбающимся или улыбающейся. И как вы своей улыбкой или каким-то своим действием дарите радость своему ближнему или себе. Как это будет приятно поделиться радостью. Может, это будет не какой-то отдельный человек, может, это будет пожелание всему своему окружению. Всем друзьям, знакомым и незнакомым. Просто желание поделиться радостью. Хорошо. Теперь почувствуйте опору тела, опору, вот то, на чем вы сидите, позвоночник, голову, макушку. Делайте глубокий вдох и длинный выдох, приятный длинный выдох. Почувствуйте, насколько приятно дышать. Вдох. Выдох. Как меняются ощущения, когда вы обратили внимание, дышим на вдохе, которое тело от самого рождения вам дарит. Благодаря которому мы живем, дышим. И этот инструмент у нас всегда перед нами, и всегда с нами. В любой момент жизни мы можем просто вздохнуть, выдохнуть, улыбнуться, почувствовать приятные ощущения от своего же дыхания, от своего же тела. Улыбнуться той ситуации, которая в данный момент существует. Улыбнуться себе, своему окружению, своим друзьям, партнерам, родственникам. Или просто продавцу в магазине. Просто так. Вдохнуть, выдохнуть
и подарить улыбку. Такую маленькую радость. Хорошо. И второй инструмент. Это наше тело, целиком, мышцы в теле. Они всегда с нами. Попробуйте сейчас почувствовать весь мышечный корсет. Просто почувствовать и дать возможность телу еще глубже расслабиться. Почувствуйте, насколько приятно чувствовать тело. Просто чувствовать тело. Неважно, сидим мы, лежим, идем, варим кофе или едем за рулем. В любой момент времени мы можем почувствовать тело и улыбнуться. Может, улыбнуться вот сидя в машине кому-то на светофоре, просто прохожему, проезжему, подарить ему свою улыбку, свою радость, эту маленькую радость, ощущение тела. Хорошо. Еще одно маленькое задание, упражнение. Теперь вспомните три приятных момента сегодняшнего дня. Значимость не важна их, важно, чтобы это было приятно. Может быть, вам понравился вид из окна, и вам стало приятно. Может быть, запах кофе. Может быть, ваш сын или дочь улыбнулась вам. Любых три приятных события. И просто поудерживайте их. Поперебирайте одно, другое, третье. Улыбнитесь, вспоминая три приятных события, которые сегодня произошли. Даже если ничего не происходило, что-то, может быть, еле заметное вас обрадовало. А если много событий, ну, выберите три, чтобы они запомнились, чтобы вы и вечер, и ночь вспоминали о них, помнили о них. Чтобы это записывалось в вашу вот эту долгосрочную память. И когда вы вспомните об этом дне, вот 12 апреля, день космонавтики, и вам просто вспоминание об этом дне станет приятным. Вот если вы каждый вечер перед сном будете вспоминать о трех приятных событиях от каждого дня, может случиться так, что каждый день воспоминание о каждом дне будет приятным, радостным. И когда к вам подойдет ваш друг или подруга или сослуживец какой-нибудь, знакомый, спрашивает и спросит, как живешь. И чтобы тело отреагировало улыбкой и приятными воспоминаниями о каждом дне. И тогда не формально, не автоматически, а почувствовав свою жизнь, вы сможете сказать: «Хорошо. Я живу хорошо».
Хорошо. Сделайте вдох. Почувствуйте сейчас дыхание. Выдох. Еще раз почувствуйте тело, фундамент, голова, позвоночник, ноги, руки, таз, мышцы в промежности, живот, спина, грудь и лицо. Почувствуйте свое лицо. И теперь переведите внимание на слух. Послушайте звуки. Как звучит мир. И теперь мягко откройте глаза. Сорок минут, представляете? Откройте глаза, у меня аж глаза расширились. И посмотрите вокруг, где вы находитесь, и улыбнитесь своим стенам, окнам, потолку, полу. Улыбнитесь себе, улыбнитесь миру вокруг. Давайте ладошки можно поставить. Соединить возле грудной клетки и из грудной клетки поблагодарить всех, кто у нас. Вот я не ожидал, что столько будет вот в Инстаграме сейчас 22 человека. Честно говоря, думал, все уже насытились прямыми эфирами. Мне очень приятно было с вами побыть вот эти 43 минуты, почувствовать, попутешествовать внутри себя, в своих воспоминаниях, фантазиях. А надеюсь, получилось, и не было слишком много отвлечений там на что-то. Вот, пожалуйста, напишите. Как у вас это? Можно себя потрогать сейчас, поощущать, подвигаться. Ну, для тех, кто новенький, конечно, это долго сидеть, 40 минут. Я надеюсь, что все выдержали такое испытание. То есть обычно я на медитациях даю маленькие сессии по 10 минут. Но тут у нас такой вот урок маленький. Мы культивировали ощущение маленьких радостей, кто вот не сначала был. То есть как можно, просто обратив внимание на дыхание, поменять полностью свое ощущение себя, свое настроение, как, обратив внимание на мышцы в теле, возбудив вот этот центр удовольствия, просто поменять и улыбнуться миру и вашему окружению, то есть поменять вот свой статус. Как можно вспомнить что-нибудь приятное из сегодняшнего дня или вообще вот что всплывет. И просто вам станет приятно от того, вот мне пишут, потрясающее ощущение, Оля, спасибо, от того, что вы просто свое воспоминание приятного вас вводит в настоящем в приятное ощущение. Приятное ощущение. И вот задайте себе вопрос. Вам общаться дома, на работе, на улице приятнее с людьми, которые с унылыми лицами ходят? Или все-таки вас будет тянуть к тем людям, которые все время улыбаются, все время что-то скажут приятное. Вот у меня есть такие друзья, которые, я им очень благодарен за то, что они меня всегда учат вот
есть, вот едим мы гречку, ну что-нибудь. И вот они всегда скажут, как вкусно, как приятно. То есть, и я сразу понимаю, о, это же вкусно и приятно. То есть мы обращаем внимание на эти маленькие радости. Если мы научимся на них обращать, ну это круто будет. Я очень надеюсь, что все, кто вот у нас сейчас присутствует, здесь уже многие, я тут многих знаю, вижу по никам, не всегда можно узнать на самом деле, что уже знают, что чтобы стало хорошо, не нужно что-то покупать, от кого-то что-то требовать. Вот в отношениях, представьте, что есть там некие отношения, и кто-то начинает думать, что вот с ней или с ним мне будет хорошо. И начинает за счет другого как-то это свое хорошо вытаскивать. И уже партнер начинает просто от него защищаться, потому что от него постоянно что-то требуют. Вот если ты так, если... Ну, я так сейчас фантазирую, конечно. А теперь представьте ситуацию, когда вам приятно, и вы начинаете просто свое приятное ощущение транслировать на своего мужа, жену, подругу, друга и так далее, там, директора, ну не знаю, на вот все, что вас, все, чего вы касаетесь. Представьте, что вы свое приятное ощущение начинаете, и он будет зеркалить, начинает это зеркалить. И в ответ вам что будет? Правильно, тоже улыбка. И вот мой мудрый, один из моих учителей всегда нам говорил, он всю философию подводил под одну фразу, ну всю вот эту, как быть счастливым, и вот это все, что сейчас очень модно, по-моему, еще. Каким местом мы поворачиваемся к миру, таким местом мир повернется к нам. Улавливаете идею? То есть, если мы миру улыбаемся, если в мир мы транслируем, ну, сейчас не хочу такими словами, там, добро, там, и вот это все, хотя бы просто улыбаемся. Мы сейчас же ни о чем таком глобальном не делали, ничего глобального не делали, мы просто со своими маленькими радостями попробовали побыть. Вот, и я надеюсь, что вот я очень удивился, когда открыл глаза, я думал, ну там 20-30 минут, может, побудем. Вот уже почти 50. Здорово. А кто-то спрашивает, Наталья, да, еще будут такие медитации? Но я планирую, если будут запросы, можно делать... У меня утренняя есть йога 3 раза в неделю сейчас, пока мы тут карантиним, по крайней мере, онлайн. Вот Игорь, привет Берлину. Можно 2-3 раза в неделю, в другие дни, там у меня это понедельник будет, ну, надо расписание. То есть, если будет запрос, я сделаю расписание, и мы по утрам просто это будем делать, чтобы у нас вот это вот ощущение пошло в день. Сейчас мы перед сном это сделали, просто в воскресенье, утро у меня занято, а раннее утро я не хочу мучить всех, там, вставать рано, раннее я не хочу это. Хотя я встаю очень рано, и мне с удовольствием. Это от вас все зависит. Если сильных откликов не будет, я каждые выходные, каждое воскресенье буду делать вот такую встречу. Если вечер, то это в 8. Если утро, то вряд ли. У меня утром там йога-баня. Вот. Ответ, будут еще такие медитации. Расписание опубликую. Я далеко, интернет плохой, утром дети учатся. Ну, можно вечером, да. Это можно в любое время делать. Главное, чтобы вы потихонечку научились и это делали не вот здесь, где мы сидим и вас ведут, а в быту. Вот это неформальная практика, чтобы вы ее вспоминали. Вот давайте, задание будет на следующее, до следующего занятия. Я бы хотел их вообще регулярно вести, конечно, огромные материалы, если есть огромное количество всяких разных штучек на базе вот таких медитаций. Это у нас, ну, у меня фундамент, это буддийские, дзен-буддийские медитации и випассаны. И не только там, но это вот фундамент. Соответственно, это вот такое
тотальное ощущение себя, и мы на него накладываем уже различные штучки. Сегодня это были просто маленькие радости. Это очень... Я почему это выбрал? Потому что если вы сейчас чувствуете хорошо тело и, например, включите там, ну, какой у вас информационный канал, я ими не пользуюсь особо, я имею в виду вот новости. И вы просто почувствуете, я уверен, каждый из вас вот в таком сейчас состоянии почувствует, как новость влияет на ощущение всего вашего тела. Вы только что всем телом улыбались. Как это все начнет, ну, может. Я это вот на йоге всегда рассказываю, на занятиях по йоге, что умение чувствовать тело, ну, в какую-то, хотя бы с какой-то периодичностью, как бы сканировать его. Ага, а сейчас. Я за рулем иногда еду, так, и, ну, иногда такая-то напряженная, оп, в тело, дыхание, все. И начинает все течь, все приятно, и хочется только улыбнуться, и все. Это же очень круто. Медитации очень хочется. Ага. Значит, в Инстаграме это сохраняется, можете делать репосты, там, скрины, в Инстаграме это сохраняется 24 часа, ВКонтакте, вот кто знает мой аккаунт, там это висит на стенке, и видео всегда будет висеть. Ну, пока контакт, наверное, существует. Поэтому в Инстаграме 24 часа. Поэтому я две трансляции делаю, потому что очень трудно трансляцию из Инстаграма вытащить. Хорошо, я буду с вами прощаться. Благодарю всем сердцем. Вот, и желаю вам приятных вот этих ощущений, чтобы вы их культивировали у себя. Культивация приятных ощущений. Вот. Нам смысл тратить жизнь на что-то там, напряженку какую-то. Я сейчас не знаю, сейчас уже в болтовню не хочется уходить. Ну, мы еще успеем поговорить так, а то так можно и блогером стать. А я просто, ну, решил, что раз у нас сейчас сложная ситуация, и вот этот вирус, и в Европе вообще люди там, вот ребята мои сидят, многие друзья, безвылазно. В России еще более-менее тут как-то передвигаются, хотя не все. Я как-то решил вот этой йогой и медитацией, просто воспользовавшись моментом, дать возможность людям это время, которое можно потратить на чтение новостей, на себя, вглубь себя, внутрь себя, развивать себя, то есть на развитие. То есть в моем понимании это развитие. Не чтение книжек там каких-то умных и заумных, а на развитие себя, своего, на то, чем больше вы будете улыбаться миру, тем, в моем понимании, более развитыми будете. Ладно, это уже все, болтовня пошла. Все, спасибо. Все. Я вас люблю. До свидания. Приятно было. Пишите. Вот в Сочи вижу, да. Пишите, пока вот я не отключился. Если какие-то вопросы есть, я отвечу. Вот, Маша, спасибо, привет. Юля, Вика, Оля. Да тут все, мы просто сейчас посидели в узком кругу друзей. Смотрите, я почти всех узнаю. Вот. Женя. Все. Да, и не забудьте... Да, благодарю вот, Лена. Угу. Спасибо вам за ваши благодарности. И делитесь улыбками, делитесь тем, ну, не забывайте, у кого есть желание, ну, и меня тоже благодарить за мои вот эти эфиры. Тоже будет приятно. Все, пока-пока. Ушел.